С вами лохматая душа. И вновь наша просьба о помощи и ваши слезы. Я все понимаю, мои хорошие. И ничего не могу сделать, потому что наша надежда — это вы. И я искренне всем сердцем благодарна вам за каждые 100 рублей. Люди милые, спасибо. Вы наша жизнь. Вы это понимаете. Сегодня у нас Конрик. Молодой мальчик. Искалеченный очередным лихачом, отброшенный ударом на обочину, где его и нашли. У мальчика сломан таз и оторван хвостик. Хвостиками он придется ампутировать полностью. Насчет таза врачи еще думают. Ребята, а это значит, что, сжав кулаки, зубы, нам все равно придется помочь ребенку. Вы простите, что я вас прошу об этом. Просто у тех, кому нужна наша помощь, больше никого нет, кроме нас. Кроме нас, люди. Если можете, ребят, отзовитесь. Каждая копейка сейчас важна. В приюте очень много животных. И их продолжают подбрасывать. Малыши коробками. Ребята, это страшно. Мы живем в 21 веке, но люди... Почему люди не могут стерилизовать свое животное? Господи, всего лишь стерилизовать свое животное. И не будет приютов, ребят. И мы сможем с вами встречаться и показывать друг другу веселые ролики. Счастливые, хорошие. Как же нам остаться людьми? Ребят, как нам оставаться людьми? Где взять силы? Я вас очень люблю. По-настоящему. Потому что то, что вы делаете, столько лет спасаете, стоите рядом, поддерживаете, столько добрых слов говорите. Вы даете силы продолжать работать. Только ваша поддержка дает мне волю жить. Я так боюсь вас подвести. Мне кажется, это очень стыдно. Мне хочется, чтобы вы не разочаровались. И чтобы осознавали, как много мы с вами делаем. Разумеется, не в масштабах страны, а, возможно, в масштабах одного приюта. Но как же это много, ребят. Сколько спасенных жизней. Сколько счастливых семей, кто уже взял у нас животных. И сколько мы с вами еще сможем сделать. И уходя, ребят... Знаете, не жалко будет оглянуться и не стыдно. А еще, ребята, я недавно прочитала, жизнь надо прожить так, чтобы на небесах охренели и сказали: вернись и повтори. И как бы трудно ни было, ребята, я бы, наверное, вернулась. Спасибо вам за улыбки, за радость, за поддержку, за теплые слова, когда отчаяние просто застилает глаза. Спасибо вам за то, что вы рядом. Люблю вас. Искренне, всей душой. Спасибо вам.